Привет всем, друзья, вы на канале Space Optimus. Сегодня у нас будет эксперименты с петардами. Будем взрывать трубу, вот эту вот, кидать в трубку. Вот такое вот петарда. И, короче, есть одно место, сейчас я вам покажу. Короче, есть вот такая вот ручка от старого железного совка. Мы тоже туда будем, короче, петарды засовывать. Посмотрим, короче, разорвет эту старую железяку или нет. А вот трубка, короче. Вот сюда будем закидывать петарды, посмотрим, разорвет, короче, эту, не знаю, скольки, трехатмосферную, по-моему, трубу или шести. Вот, погнали. Сначала у нас в ход пойдет лимонка вот такая, динамит, и уже потом в конце веселый Роджер, если трубу не разорвет. Если ее разорвет, мы уже дальше оставшимися петардами заложим сюда, в эту ручку. Че, ребят, погнали. Сейчас вот такую лимоночку буду закидывать в трубу. Вот туда. Погнали. Блин, вот это фейл, ребят. Смотрите. Короче, мне сейчас заново втыкаем, короче. Блин! Заново сейчас. Это у меня выпало, короче. Короче, вот это вообще выпало вот так у меня первый раз. Потом, короче, когда я закидывал ее, вот, а вот это попал в трубу, ну, короче, трубу не разорвало, естественно. Вот, так что так, сейчас будем закидывать веселого Роджера или динамит. Наверное, динамит, короче, динамит закинул. Пошел веселый Роджер. Короче, веселый Роджер сломил, короче, трубу, ребят. Короче, труба. Вот. Короче, раздолбал веселый Роджер ее, короче, с кайфом. Даже здесь какой-то... А, ну это то, что она жгла. Вон, смотрите, как расколол просто. Жестко. Короче, мы одолели эту трубу веселым Роджером. И я думал, что три короля кинуть. Это восьмерка, но вот семерка ее раздолбала. Так что так, сейчас будем кидать вот в железную банку, вот эту ручку, точнее. Ну что, попробуем сейчас, как у нас взорвется железная эта штука. Сейчас я настрою. Все, погнали. Сейчас, короче, попробуем вот это вот. Ребята, никому не повторять, короче, это вылетело прямо в телефон. Корсар 7 вот так вот растерзал эту ручку
железную. Ребят, ну это было опасно, короче. Хорошо, что не в камеру попал, короче, вот этот объект железный. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте эксперименты, что мне еще сделать, короче. Все, всем пока. Ну и вам нафиг.